по-разному. Тут, как ни странно, в Сан-Франциско оказывается очень много всяких разных банд. Первая банда, на которую я нарвался, это была русская мафия, или я не знаю, они по-русски говорят. В общем, русские чуваки. Было весело, потому что я себе постоянно... у меня постоянно в голове звучала озвучка из «Сталкера». А давай я, собственно, сейчас покажу. Вот ты едешь по городу, да? И в каком-то переулке вдруг внезапно сидит куча чуваков с калашами. И это русская мафия. Причем русская мафия, у них еще были такие черные машины с двумя полосами, типа а-ля Adidas. И я вот рассказал, что здесь есть разные банды, да. И вот в первом же переулке, короче, я с этих банд подобрал себе калаш. И теперь я этим калашом хожу и налево-направо убиваю людей. Ну, потому что я, ну, в смысле, персонаж мой, это представитель, типа, молодежи из социальных сетей, которые занимаются тем, что набирают себе каких-то фолловеров. Начинается все с того, что, типа, вот нас такой нехороший CTOS обвинил в преступлениях, которых мы не совершали. И мы пошли в первом же переулке, подобрали себе калаш, и теперь мы всех убиваем. Это никак не комментируется. Даже в первой игре, которая тоже вся болталась на соплях, там все тоже были вот все проблемы, которые я только что описал, такие же. Но даже там была какая-то карма. Там мы играли за такого... такой борец из... Борец с преступностью, да, такой темный рыцарь такой, а-ля Бэтмен, ну, в смысле, по идеологии. Там, правда, это все было... как-то из жопы вытащено и неправильно сделано. Там с мотивацией тоже непонятно что. Но там хотя бы приблизительно понятно, что хотели сделать. И мы там насилие и даже убийство, ну, преступников, там хоть как-то вписывается в картину. Здесь вообще не вписывается. Можно, конечно, сказать, что типа, придираешься к каким-то мелочам. Вот, например, GTA в этот пример не подходит. Во-первых, у GTA был, ну, в смысле, и есть определенный стиль. Такой он весь пародийный. И там это не должно восприниматься все всерьез. Ну, может быть, за исключением GTA 4. Там решили как-то совместить это дело и уйти больше как-то в сторону драмы. Многим это понравилось. Но там тоже как-то не надо относиться к этому серьезно, и в GTA всегда персонажами были отморозки, то есть мы всегда играем за каких-то ублюдков и отбросов общества в GTA. Ну, оно так и есть. А здесь мы вроде играем за каких-то типа «мы хорошие парни», при этом мы постоянно творим какую-то плохую херню. А, кстати, давайте посмотрим, что будет делать скорая помощь, я еще не наблюдал это дело. Отлично, супер профессиональная работа. Что бы мы без вас сделали? Ага. Так. Ну что, вас в это самое в школе или где вы там учились? Научили оказывать первую скорую помощь хлопком. Зашибись, работает, как мы увидели. А сдавать назад вас не научили, да? Жаль. Упс. Физика, ну ты чё? А поднимать байк ты не умеешь? Нет, видимо, нет. А вот теперь умеешь, да? Ух ты. Мне пришлось воспользоваться своими хакерскими функциями для того, чтобы поднять байк.
Прекрасно. It's not that bad. We look like a bunch of chumps. Stop! Fucking Вы как куча идиотов выглядели с самого начала. Ну, успокойтесь, действительно, ничего не изменилось. Опять кто-то был. We're at the bar in Sausalito. Come on over. Wouldn't miss it. Опять какая-то тусовка у них. Это у них, с одной стороны, они говорят, что ой, сейчас это самое, весь мир у нас тут пиздой накроется, у нас тут эти делают цифровой армагеддец, тут сейчас всем наступит, короче, нужно что-то делать. А, ну, потусовать это обязательно, да. Тусовка не отменяется. Сейчас мы напьемся. В этой игре уже несколько раз персонаж напивался до отключки, когда катсцена просто переключается, типа. А следующим утром, персонаж просыпается в какой-то жопе хрен знает с кем, в обнимку. И такой, щит, а чё случилось, я вообще ничего не помню. Блин, какие-то алкоголики, наркоманы, короче, я не понимаю. Вторая часть, она такая, типа, Ubisoft подумали, а чё, вас там не устроил первый Watch Dogs, он слишком мрачный. Держите, получайте свои ёбаные мемасики, блин, соцсети, молодёжь и вот это вот всё. То есть из одной крайности в другую. Ну, очевидно, что ни одно, ни другое с хакерством как-то не соотносится ни хера. Видите, замечательная картина. Это просто прекрасно. Тут образовалась... Нет. Тут образовалась пробка из лодочек. Интересно, что здесь произошло? Я подумал, что вот плыла вот эта вот лодка по своему какому-то вейпоинту. Вдруг с ней что-то случилось, она застряла. И все вот эти вот лодки, они тоже плыли по вейпоинту, они тоже приплыли и тоже за... Так. Вот, и они поплыли. А женщина по-прежнему не может двигаться. Теперь и эти не могут двигаться. Ну? Я не знаю, ты меня спрашиваешь, в порядке ли все? Я сюда вообще пришел с моста прыгнуть.